Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам про день, когда я стала послом универсиады. Заранее прошу ваше прощение за качество звука. Мой микрофончик плохо ловил связь. Итак, начнем. Перед моим выступлением девочки показывали красивый номер. Давайте посмотрим. По секрету говоря, я серьезно готовилась к этому дню. Выбирала платье в салоне Кенгуру, делала прическу и очень ждала своего выхода. Ни капельки не волновалась. Налет меня проводила Юлайка, такая беленькая, пушистенькая, символ универсиады. Я позволю себе зачитать обращение генерального директора ОНО, исполнительная дирекция 29-й Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске Максима Сергеевича Уразова. Дорогие друзья, мы неспроста появились сейчас вот именно в таком составе. Вы все знаете, что в 2019 году в нашем городе пройдет Всемирная зимняя универсиада. Кто знает, поаплодируйте. Все знают, все ждут. К этому событию готовится не только весь Красноярск, но и вся страна. Большую помощь в продвижении игр нам оказывают послы универсиады, в том числе Алексей Ягудин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, которые вот-вот появятся на этой площадке. А сегодня, дорогие друзья, мы хотим посвятить послы универсиады 4-летнюю Славу Демьянову, которая с самого рождения занимается плаванием, художественной гимнастикой, английским языком и активно пропагандирует спорт на своем YouTube-канале, набирающем большую популярность. Под ваши аплодисменты Злате вручается сертификат и надевается шарф посла. Конечно, все это делает талисман универсиады Юлайка. Давайте все вместе поаплодируем. Мне вручили диплом посла. Теперь стоит у меня в комнате на самом видном месте. Да еще я приготовила стих «Плывся». Представляете, я выучила его за один день. Уважаемая Слава, я думаю, что вам тоже есть что сказать сегодня, да? Давайте, поддержим. Я хочу вам сказать стих. Меня зовут Злата, мне лишь 4. Я так хочу бывать во всем мире. Но как же мне страх очень много. Долететь, не добыть, и рукой не подлогать. Но стало по сломе, ах, как же я рада. Все страны ждем на высиады. Теперь совсем мило 18, сначала подружиться и за руки взяться. Дорогие друзья, ну что, мы еще раз поздравляем, отмечаем аплодисментами самого юного посла в истории спортивных игр. Давайте все вместе, Злата, поздравляем вас и желаем продуктивной деятельности на новом для вас будущем. Юлайка, пожалуйста, перейди. И хотела вам я сказать спасибо вам, друзья, за вашу поддержку, похвалу, добрые слова. Это наша с вами общая победа. Спасибо за то, что вы у меня есть.
мои любимые подписчики. Всем пока, это наша зима.